Конечно, долголетие, процветание и активных слушателей, которые будут дозваниваться, спрашивать, слушать и цитировать все новости, которые в вашем эфире до них долетают по радиоволнам. Потому что очень важно, чтобы в нашей стране было как можно больше региональных радиостанций и телеканалов, чтобы люди получали новости о том районе, в котором они живут, о том городе, в котором они живут, они интересовались только суперглобальными новостями, которые никак, по сути, сильно не влияют на их жизнь.